Кайл Снайдер – главная звезда турнира в Хасавюрте. В этом городе борьбу любят по-особенному, и к таким именитым гостям здесь всегда повышенное внимание. Американский вольник зрителей не подвел. Все четыре встречи с его участием завершились досрочно. Хотя в полуфинале с Шамилем Мусаевым и в финале с Али Алиевым олимпийцу приходилось отыгрываться. Я знал, что они способны на какие-то неожиданные приемы, но поддался. Обычно соперникам бывает сложно меня перехитрить. Трофей – это, конечно, хорошо, но больше всего здесь мне понравилось отношение людей. Поддержка на трибунах была колоссальная. Я никогда не был в такой атмосфере. Пояс чемпиона, золотая медаль и денежный приз. Категория Снайдера стала единственной, где провели финал в первый день соревнований. На такое исключение пошли в связи с отъездом американцев. Всего в турнире участвует около 150 вольников из 15 стран мира. Сборная Дагестана здесь представлена отдельным составом, и по итогам первого дня у нас нет финалистов только в весе до 86 килограммов. Итоги соревнований в Хасавюрте подведут в воскресенье. Турнир проходит очень хорошо, очень хорошие схватки идут, поэтому наши ребята все, в основном в финале наши ребята тоже. Поэтому видно, что ребята голодные до борьбы, хотят бороться. Поэтому очень такие компромиссные схватки, горячие схватки. Мне ихний подход, ихняя форма, ребят, желание победить мне сегодня нравится. Ценный опыт для них от каждой схватки, они же растут. Поэтому я думаю, просто так эти схватки не пройдут, наверное. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.